подальше возьми, так, и крепче здесь держи, и наискосочек туда веди, надо вот здесь еще держи. Александр Боровский учит внука делать снежинки 5-, 6- и 8-конечные. Их мастер вырезает из бумаги, старается создать конкретный рисунок. Но этот процесс непредсказуем. Такое хобби, говорит Александр, отлично снимает стресс. Иногда за вырезанием снежинки можно просидеть целую ночь. Внук Егор тоже практикуется часами. Говорит, главное быть внимательнее, не отрезать лишнего. Как вышло в этот раз, снежинка не удалась. Ну, сначала мне была какая-то... Ну, некрасиво, а потом уже все лучше и лучше получалось. Александр говорит, каждая снежинка, как в природе, получается неповторимой. Сюжеты будущих рисунков мастер ищет во время лыжных прогулок. Чтобы продемонстрировать все снежинки, не хватит квартиры. Готовые работы хранятся годами в книгах. Коллекция немалая. Здесь самые-самые. Вот, например, снежинка в честь 50-летнего юбилея. Одна из сложнейших работ. Самые удачные Александр украшает блесками, чтобы было максимально достоверно. Ах, она не выпрямилась. Ну ничего, пускай такая будет. Пока свои снежинки мастер раздаривает, работы Егора украшают квартиру. Книга, в которой будет все о снежинках, мечта дедушки. Он уже собрал материал на целую энциклопедию. Александр Боровский говорит, в магазинах нет ни одной книги о снежинках, которая бы была интересна и детям, и взрослым. Секреты мастерства, интересные факты и подробные схемы. Осталось найти художника и фотографа, ведь главное – иллюстрации. Она будет у меня с 2 или 3 отделов. Первый как для детей, потом уже как кто вырезает, а потом как научная часть, там и стихи будут, и все, я туда буду включать все. Может и песни какие-то, фотографии, свои снежинки туда лучшие. За последние 10 лет Александр Боровский вырезал около 10 000 снежинок. Полезное хобби, утверждает мастер, не только повышает настроение, но и решает под Новый год самую главную проблему с подарками. Подобные снежинки он дарит всем друзьям, родственникам и знакомым. Екатерина Бурван, Александр Барановский. Новости сейчас.